хотел бы сначала рассказать о моем отношении к фильму «Космонавт». Я очень рад, что в Петербурге появился такой клуб, потому что клуб достойный, красивый, правильный с точки зрения здравого смысла. Мы очень много видим площадок, и я могу с уверенностью сказать, что это клуб, который в моем понимании соответствует слову «клуб». Все неплохо, все грамотно. Мне нравится, как ведется политика клуба в отношении того, кого приглашать, то есть в отношении подбора артистов, лайн-апа, то есть подбора артистов. Очень много приезжих, качественных исполнителей, лучшие исполнители российской сцены здесь. Мне очень нравится, как ведется рекламная и пиар-акция клуба, и я благодарен людям, которые сделали этот клуб, и которые косвенно способствуют тому, что Billy's Band имеет достойную площадку для выступления в своем родном городе. Спасибо клубу «Космонавт». А я счастлив, что клуб «Космонавт» появился опять, потому что когда я раньше, последний раз был в клубе «Космонавт», это было лет 15 назад, когда был «Космонавт». Я учился тогда, наверное, в 9-м или 10-м после школы. Мы ходили на концерты «Аукциона», на концерты «Чижа», которые были здесь тогда давно. И для меня «Космонавт» это, с одной стороны, это такая ностальгия. Причем вот тогда я даже представить себе не мог, что я когда-нибудь здесь сыграю. А потом он закрылся, и очень долго его не было. И вдруг вот сейчас «Космонавт» для меня это очень круто, что клуб, в который я ходил в своем детстве, на свои любимые тогда группы, да, или посетители. А теперь ты хочешь увидеть исполнителя. Да. И что столько времени прошло, я очень рад, что «Космонавт» жив, «Космонавт» есть, и «Виват Космонавт». А вот как посетители вы здесь уже в новейшей истории клуба были? Я уже на был, кого-то приходили? Я уже был на Animal Jazz. Я был на Томми и Эммануэле вчера. Я был на Алай Оли. Наверное, пока все. Три концерта, которые я посетил. Но поскольку он находится очень близко с моим домом, я думаю, что буду бывать здесь часто. На «Чижа» придете в конце апреля? Если у нас своего концерта не будет, то обязательно пойдем. Потому что «Чиж» — это тот исполнитель, которого я очень уважаю. Ну, лично я не знаю, как остальные. Я уважаю «Чижа» за его лирику, у него тексты очень крутые. Хотелось поработать с черными исполнителями, в первую очередь джазменом и исполнителями музыки соул, может быть R&B, может быть хип-хоп, но это приятно поработать с черными ребятами. Тем более с одним мы уже поработали. С одним мы поработали, мы поняли, как это круто, это был Джон Форте. Другая культура всего вообще, да. Другое отношение, другой подход, но музыке очень полезно. Если будет такая возможность, будет «Космонавт», да, мы будем участвовать. Если мы будем это делать, то мы сделаем это в «Космонавте». Я хотел пригласить всех, кто не смог прийти сегодня на концерт группы «Billy's Band» в клуб «Космонавт», пригласить на сайт eggtop.com, где какое-то время будет в архиве храниться видеозапись профессиональная, пятикамерная запись с хорошим звуком в архиве на этом сайте. С нашего вот этого сегодняшнего концерта. Поэтому, в принципе, это можно установить. Но это не касается жителей Петербурга. Это касается только жителей Петербурга. В Петербурге уже будет висеть завтрашний день. Да, окей. Ты... Вот. И вообще, кто не попал 23 мая. 23 мая в ТЮЗ можно прийти на «Billy's Band». А вообще, клуб «Космонавт» стоит сюда сходить для того, чтобы понять, что сюда ходить не страшно, это не бандитский клуб, это клуб с хорошей концертной программой, и приятной атмосферой и качественным обслуживанием. Отличный клуб. Может, один из пригласил. Может, еще пригласил. Да. Я считаю, что это сейчас один из лучших клубов Петербурга. Да.